Всем привет, дорогие друзья, с вами Фуан, и сегодня буду продолжать проходить мод Eastern Sunrise Redux. В прошлой серии мы разобрались с сектантами в Китае, а сегодня я планирую разобраться уже в Монголии конкретно, и, возможно, даже еще дальше в Китае. Итак, по поводу решений. Я здесь потыкал по странам. Оказалось, что решение появляется здесь, как только тыкаешь по странам. Из интереса у нас есть ситуация в Шандуне. Отчет об операции давайте сразу же сделаем. Здесь у нас поиск главной базы сектантов и эксперимент слияния. Нам нужно контролировать Монголию с Японией. Здесь пока что ничего интересного, поэтому копим сейчас политку чуть-чуть. И операцию Гермес сразу же начинаем, так сказать. Так, политку мы накопили, поэтому давайте сразу же операцию Гермес. Точно так же отчет будет у нас. Итак, у нас отчет об операции. Это, к сожалению, надо бы, видимо, делать до того, как... Мы уже захватили Гуандоу, поэтому мы будем следить за фанатиками еще больше. Итак, операция Гермес. Здесь нам говорят, что армия Унгерна слаба, и то, что нам нужно как можно быстрее избавиться от Унгерна. Возможно, мы сможем его убить и потом захватить полностью власть Монголии. Поэтому нам нужно его убирать, и его оставлять так нельзя. Так, дальше по решению у нас есть как раз подготовить вторжение. Интегрировать вообще мы можем сразу же. Мы аннексируем Монголию, между прочим. Ага. И вот здесь мы можем сначала подготовить вторжение. Давайте сначала, наверное, убьем Унгерна. Почему бы и нет. А потом уже, кстати говоря, подготовим вторжение, чтобы наша Монголия сама разобралась с оставшимися остатками монгольской повстанческой армии. Итак, прожимаем данный ивент. Убить Унгерна. Так. Только начало. Давайте, 20 дней придется подождать. Ждем. Так, ну что ж, вот оно только начало. И сегодня Унгерн был убит. У правительства теперь большие планы. Наше знание о реликвиях повысились. Защитная дивизия плюс 2 и акклиматизация, между прочим. Так, все, здесь у нас сила вакуума. То есть здесь просто кабинет министров какой-то временный у нас. Ну и давайте теперь сделаем порядок в Монголии, наверное. А. Ага. А, ну окей, да, давайте это сделаем сразу же. Монгольская авантюра, возможно, советы сюда вмешаются. Посмотрим. Отлично, на Монголию мы напали уже. Сразу же давайте выставляем автоплан. А, мы напали вообще на всю Монголию, ё-моё. Ну, пройдем тогда сразу же вот так вот. Поехали на автоплане, на вынужденной атаке. Даже укрепов здесь, я как вижу, вообще нету. По поводу фокусов у нас пока что ничего не разблокировалось. Поэтому просто погнали, смотрим. Армии у них вообще, кстати, нету. А, стоп, сюда вступил Гаминьдан. Сюда вступил Гаминьдан, я понял. Хорошо. То есть мы воюем сразу же и с Гаминьданом. А, Гаминьдан воюет тоже. Нам Германия отправляет добровольцев, ё-моё. Так, Советская Монголия, это хорошо. Ага. Получается, теперь надо выставлять заодно силу еще и на Гаминьдан. Ладно, давайте это попробуем сделать. Окей. Но тогда уж сократим немножечко фронт здесь. Вот этот вот. Вот до таких, наверное, границ. Да, придется выставлять сейчас побольше силы нормально так дивизий. Что доставит нам немножечко проблем. А в это же время, кстати, проводим поиск главной базы сектантов. Не знаю, зачем вообще это, но попробуем. И первая Монголия Унгерна бывшего капитулирует. Передаем ее сразу же нашей Монголии. Почему бы и нет? Потому что у нее здесь есть... А, у нее здесь нет нацпровок. Нет, давайте все-таки передаем ее нашей Монголии. Пускай она будет у Монголии, у нашей. Все, окей. И выходим сразу же. Погнали дальше. Это сделано, давайте... Хотя нет, поиск главной базы еще не сделан. Но давайте сделаем эксперимент слияния. Перерождение произойдет событие. И проводим заодно раскопки в Монголии. Под Японией у нас вроде нету никаких действий. Еще одна Монголия капитулирует, кстати говоря. Стоп, что? Что, простите? А что случилось? Ничего сейчас не понял. Монгольское государство захвачено. Какое монгольское государство? Семенов, кстати, здесь тоже что-то делает. Немного не понимаю, в чем прикол. А, здесь Советская Монголия движется, я понял. У нас происходит на фоне перерождения. Здесь мы что-то нашли. Конкретное копье судьбы мы нашли. Копье, которым пронзили Христа. Между прочим, неплохо, так, неплохо. Интересная находка. Так, а наследие Семеновщины мы, кстати, пока тоже не можем сделать. Жалко.
Так, отлично, мы захватываем данные регионы. Сейчас сразу давайте наследие Семеновщины делаем заодно. И сейчас, кстати, поиск главной базы сектантов пройдет. Так, ну и у нас открывается операция Михаил. Уничтожай! Так, более-менее в Монголии мы разобрались. Кстати, куда-то советская Монголия вообще пропала. Не знаю как, понятия не имею. Она вот здесь в пробке была, потом сначала здесь, потом здесь. Ну а теперь нам предстоит большая война в Понте аж до Нанина. Вперед! Так, у нас происходит таинственное подземелье в пустыне Гоби. Хотя это почему-то вообще в Монголии, не знаю. Мы, наверное, на пути стоим. По решениям у нас пока что поиск артефактов только и все получается в Индии и в Китае. Поэтому ждем операции Михаил один день буквально. И происходит очищение группы зачистки в атаку. И пламя... Ё-моё, и пламя хотел всю Ташовку, священное пламя очищено. Очищение возмездия. Амур, место населения. Ё-моё. Очищение. Нормально так. Очищение. Каждый из них будет много раз вспоминать эту ночь. Ёперный театр. Что это происходит? Что происходит? Ёперный бабай. Так, ну и после нашего молниеносного прорыва по РК Гаминдану весь их альянс капитулирует. Ну что ж, в принципе, неплохо. Давайте все заберем. Давайте Ханань. Нет, давайте вот здесь еще заберем сейчас все, что сможем. Вот здесь заберем, вот здесь заберем, вот здесь. И здесь уже не хватает, к сожалению. Так, отлично. Вот это забираем. Все забираем, короче, под себя. Все, что можно. Совок, иди в жопу отсюда. Забираем все так же под себя. Совок нам что-то-то не отдает. Собака та еще. Забираем. Гонянь. Все, отлично. Да отдай. Совок отдай. Отлично. Совок отдает полностью нам. Весь Китай, вот оно наше российское правительство, по решениям. У нас есть, во-первых, наследие Махновщины. По решениям, здесь у нас что появилось? Интересно, расширение КВЖД нет. Добыча ресурсов. Ну давайте добудем ресурсы, кстати говоря. Пока что отрубим это дело и будем ждать, что произойдет в будущем. Так, у нас происходит результат исследований по поводу копий и всего остального. Тут про объект. Меч Суворова был найден, испытания будут продолжаться, естественно. Так, пока что, я так понял, у нас ждем наследия Семеновщины. Итак, у нас происходит воспоминание. Здесь вы можете почитать даже про Пушкина, Багдогена. Про кого только здесь нет. Даже про Колчака здесь есть описание. И даже про капельцев, японцев. И даже про Антихриста и всадников бледном. Так, ну а по поводу решения пока что не знаю. У нас ничего не появляется такого уж интересного. По поводу территории, я могу, конечно, их сделать вообще марионетками. Просто я вот думаю, есть ли смысл вообще их делать марионетками. Просто если у нас сейчас будет шанс аннексировать Монголию, то, я думаю, получится намного лучше. Так, ну и я вообще ничего не понимаю. Здесь я взял поиск артефактов в Китае, конечно же. По поводу решений здесь у нас остались только артефакты в Индии. Возможно, нам стоит их будет прожимать каждый раз. Давайте я еще прожму сейчас артефакты в Индии. Других решений вообще нет. Ивентов никаких нет. Фокусы брать мы не можем. Поэтому давайте я это прожму и будем ждать. Так, и все-таки я решил сейчас выделить здесь Китай. Поэтому давайте его выделим. Советское государство. Так, Гаминьдан как минимум. Мы отпускаем. Так, Сибэй Саньма, нормально. Вот тебя отпускаем. Юнань, еще лучше. Тебя отпускаем, гуанзийская клика. Так, здесь возвращать ничего не будем. И давайте тогда вас отпустим еще. И Китай. Что может быть лучше? Вот они. Вот они, те самые легендарные. Они вернулись. Они вернулись, реально. Ну, а так, больше ничего такого не происходит пока что. У нас происходит успех по поводу нашей археологической экспедиции. Также у нас... Так, решение, это скорее всего вы. Да, это вы. Я подумал, что здесь что-то новенькое будет. И больше никаких решений нет. Я даже не знаю, что сделать. Стоп. Стоп. Только они... Врангелю посылали добровольцев немцы.
Слушай, ты! Немчура! Еще и Борьки! Ё-моё! Геринг, ты с ума сошел? Я извиняюсь, откуда у Врангеля в Крыму два авианосца? Врангель, ты где их взял? Ты, блин, барон! По поводу Афганистана и Тибета меня радует только то, что мы урвали здесь регион, и сюда влез еще совок. Я не знаю, как он сюда планирует проходить вообще, это просто котел. А, здесь Врангель забрал почти весь Афганистан, влез в Индию уже даже. И все, никакие решения так и не появились вроде как. Я даже не знаю, что здесь делать теперь. Просто, ну, давайте надеяться, что ничего не сломалось. А, конец священного восстания скоро будет. Ё-моё. Так, а, оказывается, что все было намного проще. Можем просто прожать это решение сейчас. Происходит какая-то победа. Я даже не знаю. А, победа, священное восстание разгромлено, война на горизонте. А, вот это уже поинтереснее должно быть сейчас. Священное восстание разгромлено, мы спасены. А, и в принципе-то все. А, мы можем вот сейчас взять ситуацию в Индии, между прочим. Давайте ее возьмем. Посмотрим, что у нас с индусами теперь можно сделать. А древо фокусов у нас также не поменялось. Зато у нас, как вы думаете, что? Международная зона Тибет. Здравствуйте, здравствуйте. Потом Непал, Бутан. А, они, по-моему, были британский горный. Так, дальше, здесь у нас расширилась Индия. Коалиционное правительство Пакистана. Коалиционное правительство Афганистана, здорово. Дальше, туркменистанская автономия. Между прочим, с Владимиром Корниловым-младшим. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Корнилов. Очень приятно. Ну и, в принципе, пока что все. Больше ничего у нас такого не появилось. Надеюсь, что вот здесь что-то появится еще. Сейчас посмотрим. Так, теперь у нас отчет об операции... пятого отделения по поводу Индии. Осуждаю сейчас данный знак. Схватка за Индию в самом разгаре. А, я бы так не сказал. Комитет по восстановлению индийского государства. Я бы так вообще не сказал. Схватка за Индию вообще не в самом разгаре. Но мы зато опять ищем артефакты в Китае. Так, ну что ж, вот она. Война на горизонте. Как бы то ни было, время краткосрочное время подходит к концу. То, что происходит сейчас, это всего лишь затишье, о котором будет забыто с первым ударом молнии. А тучи уже начинают сгущаться. Время пришло. Как же долго мы этого ждали? Война на горизонте. Война начнется через 60 дней. Россия и СССР готовятся к большой войне. Этого следовало ожидать. Решений у нас все так же никаких нет здесь по этому поводу. Ищем пока что только артефакты. Возможно, успеем до войны, а возможно и нет. Кстати, силы у нас пока что, я так понял, неравные. Так, ну что ж, все. Вторая русская гражданская война будет через 20 дней. Ждем. Все, и это случилось, к сожалению. Так, сразу же отозвали консульство США, Британия и Франция из совка. Хотя странно. Так, Британия в нас не влетает. А, стоп, Британскую империю уже захватил Эдвард. Он все-таки здесь. Все, я понял. Так, по поводу фокусов. Фокусы у нас поменялись. Едино, между прочим. И вот это случилось. Следующие фокусы можно не брать, если у вас все и без них идет хорошо. Ну, окей. Мы это пропускаем сразу же. Больше силы можно взять. Больше уверенности. Давайте возьмем, наверное, людские ресурсы. Хотя нет, давайте возьмем лучше... Блин, я все взял. Ну, давайте вот это вот возьмем. Больше уверенности тогда. Почему бы и нет. И по решению у нас пока что тоже ничего нет. Частичная победа Белой армии. Ага. Здесь мы можем захватить мир. Точнее, можем не захватить мир. А полная победа нам здесь нужна. Ну что ж, погнали тогда. Чё? Сразу же у нас идет продвижение на Дальний Восток, так сказать. Гражданская война в России у нас. Борька к нам, наверное, присоединится, естественно. Все здесь присоединяются потихонечку. Давайте, давайте. Германия посылает добровольцев. 3 дивизии, между прочим, неплохо. И Британия посылает добровольцев. 5 дивизий еще плюсом. Очень неплохо. Против нас все больше и больше вступают какие-то части СССР. Но мы продвигаемся. В конце концов, в начале, точнее в середине апреля, капитулирует уже, так сказать, небольшая часть войск на Камчатке. Ну, то есть полностью вся Дальневосточная республика СССР. И мы закрываем здесь последние котлы сопротивления. Так, мы можем пойти уже на мир, поэтому давайте-ка я сделаю сохранку. Делаем быстренько сохранку, пропускаем день, и давайте посмотрим, что было бы, если бы мы уже заключили мир. Так, давайте, частичный мир, прожимаем это дело. А, мир у нас пока что не подписан.
А, нет, все, идет расчет результатов мирной конференции. Частичная белая победа белой армии, между прочим. Ага. А, и здесь мы можем теперь взять, мы продвигаемся. Ага. Восточная Сибирь перейдет под наш контроль. А что, если она не перешла под наш контроль? И в чем сейчас прикол? То есть никаких операций у нас нету. Здесь Врангель почти что ничего не получил. Странно очень. Очень странно. По фокусам мы тоже вроде как ничего такого не имеем. Ну давайте, ладно, тогда. Все-таки. Киренск. Так, нет, давайте все-таки откатимся и продолжим нашу войну. Итак, в конце концов я решил передислоцировать 8 дивизий буквально на фронт. На фронт Врангеля. Тем самым мы улучшаем свою позицию здесь. Я думаю, здесь нам принесет это больше побед, чем у нас в Сибири. Маркштадт захвачен. Здесь у нас тоже успех. Энгельс тоже взят. Саратов нас, к сожалению, уже держит. Здесь мы, к сожалению, прорвались, но не полностью. Здесь, возможно, в будущем котел. На нашем фронте пока что все не особо хорошо. Так как советы здесь все так же стоят в Якутске и в других городах. По поводу линии наступления она вообще у меня что-то слетела как-то. Поэтому давайте рисуем новую линию наступления. И поехали сразу же на советов. Так, в конце концов, Томский подписывает указ о том, что он уезжает из страны и сбрасывает свою власть. После чего у них проводится демобилизация, полная демобилизация армии. То есть я так понял, что у них удалилась вся армия. Очень интересно, если честно. Ну и мы в это время просто-напросто обычно заходим. То есть никаких проблем с этим нет. Да уж, ну и погнали тогда сразу же в Воронеж. Хотя потихоньку армию вот опять начинают выпускать. Потихоньку. Так, ну и сразу же давайте возьмем... мы продвигаемся. Дальний Восток перейдет под наш контроль полностью. Иркутск мы переименуем в Манштейн. Нормально тогда. От Иркутска до Манштейна. А в это время мы все так же наступаем на фронте и уже проходим в Пензу. Как можно быстрее проходим в Пензу. Скоро будет взят Воронеж. Скоро будет взят, я сказал, Воронеж. Мы должны туда быстрее всех зайти. Если у нас, конечно, это получится, что, скорее всего, не получится. В это же время мы идем в Горький. Давайте идем в Горький. Потом идем сразу же в Ульяновск. Вперед, вперед. И да, мы проходим более-менее в Воронеж. Сразу же заходим. После Воронежа сразу сейчас войдем в Липецк. Заходим сразу же сейчас не в Липецк, а точнее в узел снабжения ниже, который у нас под нами. Так, да, он распустил походу всю армию, когда подписался приказ о мобилизации. У меня просто вырубилась в это время запись. Либо у меня там пауза не... Нет, не включилась с паузы. Мы берем уже Горький тем временем. Горький был взят, мы идем, направляемся в Казань. Точнее, нет, мы направляемся сразу же в Москву. Почему бы и нет? У Совка уже, между прочим, 23% капитуляции. Мы идем в это же время в Курск. Буденновск тоже не мешал бы взять. Давайте это и сделаем. Так, ну, в принципе, нам надо просто капитулировать Совок, и тогда все сразу же завершится. Итак, мы продвигаемся, так сказать. Так, здесь у нас тоже у нас что-то будет, Псков. Так. Это у нас после того, как мы это все сделаем. Так, ну и теперь давайте продвигаемся все дальше, дальше и дальше по Сибири. Потихонечку мы двигаемся. Так, а здесь мы, кстати, заходим в Буденновск, как я планировал вообще. Буденновск, мы же зайдем в него. Так, в Белград заодно сейчас заскочим, если что так. Но сначала зайдем в Буденновск. У нас цель войны далась, против кого? Особый военный округ, нормально. Нам цель войны против особого военного округа дали, причем мы уже с ним воюем. Прикольно так. Так, по поводу Украины у нас пока что все хреново. Белград тоже был взят. Ну и продвигаемся дальше. А в это же время все ближе и ближе подходим к столице Москве. После чего нам надо пройти до Ленинграда, как минимум. Но нас тут попытались задержать, кстати говоря. И нас здесь еще держат. Москву все-таки они держат, поэтому придется пробиваться, по всей видимости, с боем. Итак, у нас начинается штурм Москвы, и я думаю, Москва вскоре будет взята под наш контроль. Да, я думаю, она скоро будет взята под наш контроль. Мы пробиваемся вроде как, более-менее все хорошо.
Давайте здесь забираем аэропорт, стратегически важный для нас, чтобы нас поддерживающая наша авиация. И 2 сентября, точнее с 1 по 2 сентября Москва была взята, и у Совка уже 35% капитуляции, после чего столица перенесена, естественно, в Ленинград. Поэтому пошли сначала, я думаю, в Ржев, потом в Калинин, а потом сразу же пойдем в Ленинград. Потом у нас сейчас берется уже Полтава. 7 сентября падает Полтава, да. Все правильно. Украина сразу же капитулирует. И мы направляемся сразу же в Гомель. А также, кстати, наблюдается, что у нашего врага появилась механизированная пехота. Причем. А, причем она вообще морская называется. Но мы берем эту пехоту сразу же в котел. И благополучно сейчас будем ее закрывать. Так, и тем временем мы еще сейчас будем брать Калинин скоро. Продвигаемся как можно быстрее к нему. Продвигаемся. Возможно, конечно, Калинин сейчас и не падет. Но я точно сказать этого не могу. Здесь пока что мы чего сделать не можем. Кстати говоря, мы сможем перейти в столицу в Екатеринбург. Это тоже неплохо. Так, ну а 3 октября у нас капитулирует, между прочим, уже и Танутуа. Так, ну а наша дивизия тем временем, точнее, 1-37-я стрелковая дивизия направляется тем временем прямой дорогой... Куда? Правильно, в Ленинград. Здесь мы забираем тоже многие регионы. А, победа в Сибири мы не можем приписать. Так, полностью Магнитогорск должен контролироваться и Златоуст. Кустанай, ага, вот этот региончик нам сейчас нужно забрать будет. И Златоуст. Так, и вот этот вот региончик нам нужно будет сейчас забрать. Давайте сразу же тогда пройдем в них. Да, отлично, все. Сейчас эти регионы будут под нами. А, ну и Магнитогорск осталось тут буквально парочку провинций, да. Здесь мы тоже спокойно проходим. Так, ну и все, теперь можно прописать победа в Сибири и перенести столицу в Екатеринбург. Ну а мы тем временем спокойным шагом продвигаемся в Ленинград. Город, так сказать, герой, который пережил. Точнее, еще не пережил. Но я хотел сказать, переживет. Мы все больше и больше наступаем на этот город. Потому что нам нужно его успеть взять до того, как мы перенесем в столицу, чтобы что-нибудь тоже еще успеть. Так, полностью контролирует Горно-Алтайск. Горно-Алтайск это у нас вот этот регион, правильно? Да, это правильно. Так, Бишкек. Так, ну и что ж, все, наверное, нам теперь остается лишь взять Ленинград. И думаю... А, Совок еще не капитулирует. А, ну тогда пошлите сразу же до Смоленска. Так, отлично, победа в Сибири. А, правда, почему-то у нас не перенеслась столица. Да, кстати, странно, столица почему-то также не перенеслась. У нас она пока что во Владивостоке так и осталась. Странно, хотя у нас здесь даже нацпробка есть, и это теперь Екатериноград вообще. А, прикольно, нас окружили еще, между прочим, в Ленинграде. А мы тем временем все ближе и ближе продвигаемся. А, ну и у Советского Союза больше не остается капитуляции. Я надеюсь, что мы сможем полностью его забрать. И там еще Финляндия, кстати, есть. Итак, у нас происходит капитуляция Совка. Ну что я могу сказать, не лучшие у нас границы получились, не лучшие. Ничего в этом сказать пока что не могу. По решениям здесь, поиски артефактов, давайте сделаем все так же. Ну и в принципе у нас вроде как больше ничего здесь нету интересного, поэтому давайте сначала переименуем сейчас все города, во-первых. Давайте, а это мы пропустим теперь. Да, мы это теперь пропустим. А, и переименуем вот здесь города, давайте. А, ну и автоматами европейская часть России перейдет под наш контроль. А Британия разрывает пакт ненападения, блин. Есть, и 31 декабря в 2 часа ночи мы объявляем полностью о полной победе над Советами. И единой ценой, почему не можем взять. А, теперь правительство Юга России должно взять фокус. Наша работа выполнена. Ага. А, но оно не может выполнить этот фокус. Вопрос тогда в другом. Как нам выполнить фокус этот? Ну, странно. Очень странно. Но я, конечно, не понимаю, в чем прикол здесь. Как оно должно это выполнить? Причем, если мы здесь эти регионы контролируем. Но давайте попробуем что-то сделать. Так, у нас проходит буквально некоторое время, данный фокус-то выполнен, вопрос. Наша работа закончена, это, конечно, хорошо. Ну, давайте единый, но какой ценой тогда сделаем. Погнали, попробуем, окей. Проходит еще буквально день. И
И что же происходит у нас? Что же у нас происходит? У нас зависает игра полностью. Ага. Правительство Юга России все так же с нами. А, московская зона восстановления. Ни хрена себе зимний дворец. Харьковская зона. А, Минская зона. Петроградская зона восстановления. Ё-моё. Среднеазиатское генерал-губернаторство, между прочим. А, ну и пока что все. В чем прикол? Ну, по всей видимости, древо основное России завершено. Так как больше никаких... А, стоп, вот. Ага. Происходит какой-то ивент. Ага. Интересно, девки пляшут. Есть. У нас что-то там произошло. Среднеазиатское генерал-губернаторство. Так, отлично, капель все так же у нас за рулем, так сказать. Здесь у нас решений больше никаких нет. По пятому отделению. Иностранное влияние у нас появилось таки. Немножечко совсем. И прибавилось дивизий. Но вот дальше что? Наверное, все. Мы восстановили, так сказать, границы. Возможно, конечно, здесь еще что-то сейчас можно будет сделать. Давайте посмотрим военный парад. Да, это военные парады, все вот эти вот. Их мы просто отрубаем. Давайте немножечко подождем. Итак, господа, после еще нескольких месяцев, так сказать, я посидел. У нас никаких фокусов не появляется. То есть я делаю вывод, что здесь фокусов больше нет. То есть контента пока что еще не завезли. И это у нас финал. Тогда. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня в друзья в Дискорде, ВКонтакте. А с вами был Фуандрий, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!